По нашему мнению воронцов был каким-то образом ясно дело связан с декабристским заговором, если его так можно назвать, потому что также по нашему мнению и не только этот заговор исходил наверняка от англичан, которые постоянно мешались в дела этой священной римской империи, и их стремление стать во главе ее было давно уже рекламируемо еще с конца XVIII века, и особенно после, когда было видно, какие потери понесла Великая тартарская империя и какие катаклизмы она не пережила а западный мир пережил. Ну и интересно отношение к декабристам этого сиятельного графа тогда. И вот, например, из очерка Русина «Декабристы в Крыму» под 1089 году можно увидеть, прочитать описание крымских событий, связанных с этим движением. Крымским берегам тянуло много декабристов, отбывавших наказание в Кавказском корпусе. Ну, там было куда более опасно ведь. Здесь был Бестужев Марлинский 14 декабря 1725 года вместе с братом Михаилом и Щепиным Ростовским он привел на Сенатскую площадь восставший московский полк. Бестужев был приговорен к смертной казни, замененной ссылкой на поселение в Сибирь. В 1729 году переведен рядовым на Кавказ, что, вероятно, считалось более предпочтительным. Направляясь к новому месту службы, Бестужев из Геленджика приехал в Керч, чтобы омундироваться и выдержать установленный срок карантина. Креерч представилась Бестужеву музеем пантикопийских реликвий. Ну как же иначе? Это мнение о данной местности и о неком пентикопее уже утвердилось. Он не только осматривал древности бывшей боспорской столицы, но часто и подолгу бродил по Керченским улочкам, поднимался на гору Митридат Есть тому свидетели, наверняка поднимался, и, ну, хоть и рядовой, но отношение к такого рода личности и среди офицерской офицерского сословия и прочих было весьма снисходительным, ну, по крайней мере, части его этого сословия. В разрытых курганах и катакомбах он собирал обромки древней керамики, изучал остатки строений, всего, что осталось от античного пантикопея, ну и, конечно, как же иначе, средневекового черкева. Брехня, как говорится, утвердилась окончательно. Когда пришло время ехать, в отряд за назначением, бестужев встретился в Кирчи с графом Воронцовым Михаилом Семеновичем, вернее сказать, был представлен ему таврическим губернатором Казначеевым. Ценя в бестужевый ум и образованность Воронцов Упору новороссийский генерал-губернатор Хайда тайствовал через третье отделение о переводе его на гражданскую службу в Керчи-Николе. Хлопоты, однако, оказались безуспешными. С графа царь не посчитался. Вероятно, еще не утихли страсти по неудавшемуся перевороту и чувства были обострены. Резолюция Николая I требовала от Бестужева служить там, где сие возможно без вреда для службы. Отбыв на Кавказ, Бестужев вскоре погиб в стычке с горцами. А в разные года, как сообщают, естественно, уже после декабрьского восстания побывали в Керчи декабристы Назимов, Голицын, Дивов, Цебриков, Нарышкина, Лихарев и другие. Декабрист-историк Арцы служивший в Таманском гарнизонном батальоне, говорил, что Керщ приезжают как бы в какую-то столицу. Хороший отзыв. И, в общем-то, нас он не удивляет. Мы продолжаем наше путешествие по страницам доступным нам официальной историографией, то, что они позволили нам услышать и увидеть. А также мы тут приведем записки из всевозможных книг воспоминаний декабристов. Например, Лорина под таким же названием ⁇ Записки декабристов ⁇ которые в данном... Цитати относятся к апрелю 1842 года. Значит, мы это, возможно, передвигаем в шкале времени, а, возможно, это надо просто трактовать несколько иначе. Итак, тут написано. «В одно утро посетил меня Лев Пущин. После первых объятий я спросил его, откуда и куда?» из форта послан Раевским по службе в Керчь. Я нарочно приехал за тобою, продолжал Пущин. Везу тебя в Керчь, князю Херхиулидзе, который желает тебя видеть и познакомиться с княгиней. Они объявили мне, что без тебя я не смел к ним являться. Я предупредил старшего доктора своей отлучки на неделю в Керчь, облачился в солдатскую шинель и на лодочке спущенным переехал на казенный тендер, бывший в распоряжении его. Ну, как видите, элитка, как всегда, поддерживала бедных оппозиционеров и принимала солдатушек, которыми их, можно сказать, наказала власть объявив их и унизив тем, однако они их приводили в свое общество без всяких там предисловий и претензий. Тендер летел как курьер на всех парусах. Скоро мы миновали много иностранных судов, которые каждым летом в числе нескольких сот посещают наши азовские порты и нагружаются хлебом и прочими продуктами. Факт примечательный, как вы видите. Ну, мы об этом поговорим позже. Мы спущенным прошли прямо к дому у градоначальника Херхулидзе. Князь Захар Семенович Херхулидзе из Грузин родился, однако, в России. Ему было одиннадцать лет, когда мы познакомились, пишет как мы видим, Лорен, и два года провели вместе. Через несколько лет судьба опять нас свела уже молодыми людьми. Князь служил в Преображенском полку штаб с капитаном и казначеем полка, я в Москомском. Хеулейдзев служил адъютантом, кстати, у Михаила Семеновича Воронцова, дочина полковника, и делал с ним так называемую, как тут пишут, турецкую кампанию в 1828 году. В награду Воронцов назначил его, ну, свои же люди, градоначальником города Керчи, переименовав в статские советники, имел такое право. И тут-то мы с ним свиделись после 20-летней разлуки. Керч его создание, как мы знаем у всех, кто описывает Керч того времени, «Градоначальники – творцы этого города. Ну да ладно, пусть им будет. Его трудами он сделал ее маленькой Одессой. Впоследствии, когда князь Воронцов назначен был наместником Кавказа, а Федоров заменил его в Новороссийском крае, Херхиолидзе не ужился с новым генерал-губернатором и был переведен губернатором в Смоленск. Как видите... Покровительство очень много значило в той империи. Была ли она священно-Римской империи Германской нации или уже была, так можно сказать, той Российской империей, если эти э, даты переместить на 20-летние? смещение историографии, ну как утверждают многие, в том числе и Павлюченко Олег, исследователи прошлого. Однажды едва я кончил свой утренний чай, когда входит ко мне казак, обыкновенно занимавшийся перевозкой почты и казенных пакетов в керчь и обратно и подает мне пакет я поспешил сорвать печать. Поздравляю вас, любезнейший Николай Иванович, с всем милостившим производством в прапорщике. После первых минут восторга мне сделалось грустно. Тридцать четыре года тому назад этот самый чин я получил в гвардии, но мне уже сорок восемь лет, и ощущения уже не те. То есть наказание было снято с этого декабриста, так называемого. Меня тянуло в Керчь. К счастью, пришел тендер часовой, и отвез меня к крымским берегам. В Керчи я сшил себе сюртук тингинского пехотного полка, и когда посмотрел в зеркало, то нашел себя очень смешным. Солдатская шинель мне как будто была более к лицу. На другой день я ходил являться и благодарить Раевского, который меня очень ласково принял и оставил у себя обедать, не боясь уже быть скомпрометированным. Однако приличия соблюдались, как видите, покровительство тоже требовало определенных жертв, ну и неудивительно, что в этом возрасте уже предпожилой, испытавший певные а определенные трудности житейские, Лорин выглядел в офицерской шинели прапорщика несколько смешно. Так закончился длинный период моих разнообразных страданий, пишет он. Были минуты славные, было много поэзии, но было больше горя, тревог, лишений, и часто, очень часто душа изнемогала. Почти всю зиму я провел в Керчи, в доме в Херхиулидзе, весной ездил в Тамань навещать моих тамошных друзей и приятелей, а в мае и спросил себе увольнение на Кавказские минеральные воды для излечения недугов. Вскоре я получил уведомление что отставка моя присмотренная в тифлисе пошла в Петербург. Однако и в это время я сильно беспокоился в счастливом окончании дела, получив письма от родственного моего генерала Арнольди из Петербурга, в котором он пишет, чтобы я не смел думать об увольнении службы ранее шести лет. Подобный совет или предостережение не могли, конечно, подействовать на меня благотворно. Не оставалось рапортоваться больным и ждать в Керчи развязки, чтобы избавиться от трудной по моим летам Кавказской службы, где прапорщикам даже и 48-летним ежедневно выпадает случай ходить с оказиями за камышов, за дровами, за провиантом, Кому не мила свобода? Меня же птянуло после двадцатилетнего отсутствия на родину. Мне хотелось еще раз в этой жизни обнять брата, сестер, родных, близких к моему сердцу. Сижу я однажды у себя в комнате, в квартире Херхулис, за грустный, задумчивый. Вдруг мне подают письмо, в почерк руки моей племянницы. Печать сорвана у меня Сильно забилось сердце, маленькая записочка выпала на, из конверта. Спешу поздравить Смирнову. Сегодня подписана государем отставка дядюшки э, вашего Лорена по болезни. Видно, добивался он этого, Лорен, и добился наконец. Но вот пришел инвалид, и я в числе бесчисленного множества наград, перемещений, отставок прочел и свою фамилию, а неверный Фома мог смело дать волю своим восторгам. Скоро весь город узнал о моем счастье, и все спешили меня поздравить. Даже дети Керченского института, куда я часто ходил, был знаком с их начальницей, госпожой Телесницкой, и которым часто нашивал конфект. конфект приняли участие в моей радости» то бишь визитерствовал. Бедненькие они воображали, что я с ними останусь и буду по-прежнему лакомить их. Я стал дожидаться из Тефлиса своих документов. Наконец получил свои бумаги в Керчи. На третьей неделе Великого Поста пожал руки друзьям, которые постоянно ласкали, лелеяли меня. Я из дома князя Херхиулидзе выехал в Херсон 1842 года, апреля 17 числа. Отставка моя довольно оригинальна тем, что по исчислению моих подвигов на Кавказе, как рядового начальства, не поместила моей военной службы до ссылки в Сибирь и в графе о происхождении прописано – из государственных преступников и запретила въезд в обе столицы, подчинив меня надзору местной полиции. И тут еще не полное прощение, неполная свобода, сокрушается Лорин. И издание этого его записок было произведено в Иркутске в 1984 году, и по которому цитировал. Вот так мы переходим плавно, надеюсь, от рассказа пребываний декабристов в Керчи к посещению этого города, пусть и случайному, Александра Сергеевича Пушкина, который тут был проездом. Вот что он пишет в письме родным об этом пребывании. «Морем мы приехали в Керчь. Здесь увижу я развалины Митридатова гроба, а здесь увижу я следы Пантикопеи. Думал я, как видите, утверждение, что это Пантикопеи и все такое, и Митридат, и Фпатр, это уже аксиома для нашего великого поэта. Думал я на ближней горе посреди кладбища. Это понятно, какое кладбище, то, которое ныне запущено около Афанасьевской церкви. Увидел я груду камней, утесов, грубо высеченных, заметил несколько ступеней, дело рук человеческих. Гроб ли это, древнее ли основание башни, не знаю. За несколько верст остановились мы на золотом холме, ряды камней, ров, почти сравнявшиеся с землею, вот все, что осталось от города Пантикопеи. Нет сомнения, что много драгоценного скрывается под землею, насыпанной веками. Очень даже образно и проникновенно написано. Кстати, эта цитата постоянно и везде цитировалась во всех книгах о Керчи. Ну, конечно, благодаря Пушкину, ну и само по себе содержание ее требует определенного разбора, который мы пока опустим. Ну и благодарность, как мы знаем, многое в Керчи связано с именем великого поэта и драмтеатр под таким именем, и даже небольшой памятник на набережной Бульвара Керченской и так далее. Перед этим не упоминали мы, но, вероятно, надо было с этого письма и цитаты из него другу своему, который написал Пушкин Дельвигу, начать так сказать, упоминать о посещении Керчи великим поэтом. Однако вышло так, как вышло, и тут мы тоже немножко приведем цитат из этого вот именно письма. «Из Азии переехали мы в Европу на корабле. Я тотчас отправился на так называемую Митридатовую гробницу, развалины какой-то башни. Там сорвал цветок, для памяти и на другой день потерял без всякого сожаления. Развалины пантикопеи не сильнее подействовали на мое воображение. Я видел среди улиц полузаросширов, старые кирпичи и только. Короче, если в письме родственнику у него некая восторженность, то тут, можно сказать, более откровенная передача настроения и определенное разочарование. Еще тогда не так раскопали наш великий холм.